Два года назад в Свято-Троицком кафедральном соборе города Перми появился образ Пресвятой Богородицы Всецарица и был совершен первый молебен перед этой иконой. А накануне, в день празднования в честь чудотворного образа, перед святыней духовенство и прихожане вознесли свои молитвы за божественной литургией. Икона Божьей Матери Всецарицы известна с 17 века и ныне пребывает в Утопецком монастыре на Святой горе Афон. Священное предание донесло до нас информацию, что икона была подарена братьям обители святым подвижникам Иосифом и Сихастом. В православной традиции не только икона почитается как прикрывающая людей от колдовства и искушений, но также как избавляющая от раковых заболеваний. Появление святыни в родном соборе пермяки считают свидетельством христианской любви и милосердия. Одна из прихожанок храма страдала онкозаболеванием. Узнав о своем недуге, женщина совершила паломничество в известные целительными источниками и чтимой иконой Всецарицы Свято-Троицкий монастырь села Тарасково, что в Нижнетагильской епархии. Помолившись перед святыней, паломница захотела, чтобы в главном храме столицы Прикамья появилась такая же икона. Усердием ее близких такой образ был написан московскими мастерами и доставлен первым собор Святой Троицы. Отныне раз в две недели здесь совершается молебен перед иконой, и некоторые получают по вере своей помощь и исцеление.